Сын у папы спросил и услышал ответ: в полутемном донецком подвале. Что такое, отец, операция Z? И зачем автомат тебе дали? Чтобы избавить народ от фашизма и бед, мы в ряды ополчения встали. Ты пойми меня, сын, операцию Z 8 лет на Донбассе мы ждали. Букву Z я пишу на зеленой броне, да поймут меня павшие деды. Операция Z в небесах на земле, это значит для нас за победу. Букву В я пишу на холодной броне, чтобы в мире проснулись мы завтра. Операция Z в небесах на земле, это значит для нас сила в правде. Это значит для нас сила в правде. Это значит для нас сила в правде. Сын у папы спросил и услышал ответ, обнимая отца на вокзале. Что такое, скажи, операция Z? Отчего все кричат, нас признали? Чтобы избавить народ от фашизма и бед, мы с Россией над ложью восстали. Ты пойми меня, сын, операцию Z 8 лет люди русские ждали. Букву Z я пишу на зеленой броне, да поймут меня павшие деды. Операция Z в небесах на земле, это значит для нас за победу. Букву В я пишу на холодной броне, чтобы в мире проснулись мы завтра. Операция Z в небесах на земле, это значит для нас сила в правде. Это значит для нас сила в правде. Это значит для нас сила в правде. Сыну папы спросил и услышал ответ в полутемном донецком подвале. Что такое, отец, операция Z? И зачем автомат тебе дали? Чтобы избавить народ от фашизма и бед, мы в ряды ополчения встали. Ты пойми меня, сын, операцию Z 8 лет на Донбассе мы ждали. Букву Z я пишу на зеленой броне, да поймут меня павшие деды. Операция Z в небесах на земле, это значит для нас за победу. Букву В я пишу на холодной броне, чтобы в мире проснулись мы завтра. Операция Z в небесах на земле, это значит для нас сила в правде. 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 Это значит для нас сила в правде.